Я встретила очень интересную девушку и хотела бы представить вам ее. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Ольга. Я учусь на 5-м курсе Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. Заканчиваю в этом году. Работаю в отеле. Специальность у меня туризм и гостиничное хозяйство. Хорошо. А сколько вам лет, Ольга? 21. Один мой студент, которого зовут Шен, полное имя его Шен Стоун, задал некоторые вопросы, на которые я бы хотела узнать ваши ответы. Он приезжает летом в Петербург. Возможно, это будет Москва, мы еще не определились, куда именно, но Петербург. Это будет... В гости заходите! Это будет языковая программа на 2 месяца. На самом деле, заходите в гости. Хорошо, я передам обязательно. И несколько вопросов задам, его озвучу, вернее. Какая интересная еда есть в России? Может быть, вы могли бы привести примеры каких-нибудь блюд, которые готовятся в вашей семье, являются традиционными, ежедневными, либо праздничными блюдами? Да, ну, наверное, самое традиционное блюдо в России, я считаю, холодец. Как его готовить, надо рассказывать, да? Но я точно не знаю, я не повар. Вот, ну, в общем, там варят мясо, по-моему, да? Потом из этого всего делают какую-то кашицу, разливают по тарелочкам, получается желе. Оно должно застыть на холоде, если я не ошибаюсь, да. Получается потом желе, такое желеобразное мясное блюдо. Вот, но очень вкусное, на самом деле. Его обычно подают с картошкой отварной. Также, наверное, еще русское блюдо – это голубцы. Это фарш в капусте. Ага, да, понимаю. Я думала, просто фарш. Просто фарш. Так, что же еще? Ну, наверное, может быть, селедка под шубой. Селедка. Да, расскажи, пожалуйста, про селедку под шубой. Да, полностью рецепт. Как это можно перевести на английский? Herring under the fur coat. So this is a traditional Russian dish. Расскажи, да, пожалуйста, как это делать. Так, на самое дно кладется селедка, кусочками порезанным. Потом кладется тертый картофель отварной. Смазывается это все майонезом, обильно так. Потом порезанный лучок, опять майонез. Потом морковка, опять майонез. Потом свекла. Ну и так чередуется до, в принципе, до скольки угодно слоев. Вот, кто как любит готовить. Не знаю, что еще. Я люблю блины. У них есть блины, но они совершенно другие, они очень толстые. Нет, у нас очень тонкие блины, круглые, тоненькие блинчики. Вот, тоже очень вкусные, можно сладенькие, можно не сладенькие делать, кто как любит. Вот, кто с чем любит. У них можно вообще совсем чем угодно есть, мне кажется. Ну, по крайней мере, у нас в России. Можно с икрой, с повидлом, со сметаной, с джемом. С фаршем даже можно, с сердцем можно. Сердце. Американцы не едят внутренности. А мы едим внутренности. Russian people eat hearts. They eat hearts of cows, I guess, or pigs. I think all kinds of hearts. Все. Хорошо, спасибо. Скажи, пожалуйста, какие твои самые любимые места в Петербурге? Потом, наверное, это набережная, Дворцовая набережная, особенно летом, если ты приедешь летом, это будет белая ночь, наверное, еще, будет развод мостов, все это очень красиво происходит, особенно, нет, алые паруса. А когда алые паруса?
Але проса вообще это феерическое шоу для выпускников школы. Вот, там всевозможные анимации происходят, фейерверки, салюты, над Невой тоже лазерное шоу. В общем-то, все красиво, но происходит, когда у нас заканчивают школу. Ну, конец мая, наверное, да, для 11-классников. Хорошо, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то занятия, которые популярны для молодежи в Петербурге? Которые любят много молодежи? Ну, большинство молодежи у нас ходят в ночные клубы. Это, наверное, самое яркое событие для них в жизни. Я уже этот момент немножко, наверное, переросла. Многие занимаются танцами. Какими танцами? Ой, очень-очень разными. Там, ми, хип-хоп, гол-гол, на пилоне. Вот. Также ходят в фитнес-клубы очень много. На самом деле у нас, наверное, сейчас молодежь, она старается как-то, ну, не знаю, не то чтобы поддержать здоровый образ жизни, может просто показать, что мы ходим в фитнес-клубы, там еще куда-то. Но все равно очень-очень много народу посещает именно оздоровительные комплексы. Оздоровительные комплексы. Вот. Также аквапарк тоже ходит молодежь. Ну и так просто. У нас очень много гуляет по городу, особенно лето, когда тепло. Это собирается большая компания. И просто гуляет. А что ты можешь сказать насчет российских семей? Какой вот у них лайфстайл русских семей? Здоровый, более нездоровый? Может быть, они сидят дома только и никуда не ходят? Ну, вот в основном. На самом деле, все зависит, мне кажется, от класса. К какому классу принадлежит, потому что, естественно, у нас очень-очень много беспризорных детей, которые гуляют по улице, у них нет родителей, или есть родители, которые пьют, которые наркоманы, это тоже есть все, и от этого никуда не уйти. Которые же, ну, хорошо живут люди, естественно, они стараются давать свои квартиры всевозможные, просто, не знаю, спортивные, художественные, ну, как сказать, стараются записывать во все клубы, чтобы дети развивались, много родителей ходят с своими детьми непосредственно куда-то. У меня, например, сестра моя, она ходит в бассейн со своей дочкой. Вот. Ну, на самом деле, все зависит от класса. Естественно, если у родителей есть деньги и есть возможность, они стараются проводить очень много времени с детьми и отдавать их тоже в какие-то секции оздоровительные, спортивные, ну и тому подобное. Хорошо, спасибо. И, может быть, ты бы могла дать какой-нибудь небольшой совет? Если можно на английском, для Шена. А можно сначала на русском? Можно на русском, можно потом на английском, можно только на русском. Совет. Наверное, не все русские очень добрые. Вот. И не все будут рады тебя видеть здесь. Не все дружелюбные. Нет, есть, конечно, я там не пугаю, ничего. Вот, но у нас очень много, например, скинхедов. Это, я считаю, одна из самых главных проблем, и в Санкт-Петербурге их тоже очень много. Много случаев не очень хороших со студентами иностранными происходит. Так что лучше, наверное, общаться, ну, не то что с проверенными людьми, но не знаю, с которыми, может быть, ты учиться будешь, потому что люди, которые ходят по улицам и, может быть, избивают, так они не будут учиться с тобой, это точно, потому что они нигде не учатся. Вот. И, наверное, посещать хорошие места, никакие, не надо, куда там тебя зовут, куда-нибудь, надо сначала все-таки проверить, узнать это место, расспросить о нем, вот, и после, наверное, только после этого туда идти. Это, наверное, люди — это самое
кого надо остерегаться в нашей стране, не все хорошие. Хорошо, но он очень хочет приехать в Россию, я думаю, что ему понравится на самом деле эта страна, он обожает русский язык, и он настолько ждет этого момента приезда в Россию, и надеюсь, что это, этот экспириенс для него будет очень... Это очень большой экспириенс будет в его жизни, я думаю. Удачно. Такой, ну, страну выбрал-то удачно. Да. Жизненную. Спасибо, Ольга. Спасибо.